В Доме правительства состоялась рабочая встреча в Рио главы республики Сергея Миняйла с архиепископом Владыкавказским и Аланским Леонидом. Темой обсуждения стала подготовка республики к празднованию 1100-летия крещения Алании, которое пройдет в 2022 году. В настоящее время в республике ведется масштабная подготовка к этому событию, в котором примет участие святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, гости со всей России и из-за рубежа. Программой предусмотрено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, реализация музейных и выставочных проектов. Отдельно Сергей Миняйло и архиепископ обсудили вопрос реставрации храмов на территории Северной Осетии, а также восстановление объектов высокой религиозно-культурной значимости. Решение отмечать 1100-летие крещения Алании на государственном уровне принято президентом страны Владимиром Путиным в 2017 году.